И снова здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу рассказать еще, ну, в нашей теме лайфхаки для массажистов, да, еще один прием, который, даже не прием, а приспособление, которое вы можете использовать в массаже. Например, когда у вас человек, ну, не такой худенький, да, а большой, грузный, у него большая толщина кожи, у него большой слой сала, ну, как говорится, такие люди вот настолько от стола лежат, да, и их тяжело промять, не хватает ваших рук, да. Но, тем не менее, чтобы он почувствовал эффект от вашего воздействия, я рекомендую добавить туда, ну, любой вид массажера, деревянный, там это могут быть ролики, это могут быть какие-то такие вот, там, молекулы или вот такие вот средства, видите, с остренькими краешками. Для того, чтобы после обработки спины вы дополнительно помогли ему и растерли вот эти вот участки до характерного покраснения. Человек понимает, что вы оказали ему услугу, и дополнительного воздействия, у него кожа как бы начинает так чесаться, да, покраснение здоровое идет, здоровый румянец на коже, и он понимает, что ваше воздействие на него оказано больше, и, соответственно, деньги он платит вам не зря, то есть вы проделали для него достаточно эффективную работу. Используйте этот лайфхак для массажистов и смотрите наши следующие приемчики.